Северском сельском поселении продолжаются работы по благоустройству. На сходе граждан депутат районного совета Денис Бирюков получил наказ на установку детской площадки по улице Московской, станице Северской. Администрация поселения выделила деньги и закупила необходимое оборудование. Депутат завез гравий и строительные материалы, осуществил доставку игровых элементов. 7 ноября вместе с неравнодушными жителями установили детскую площадку. Хотим выразить благодарность нашей Северской сельской администрации за предоставленное оборудование для детской площадки по улице Московской. Также выразить благодарность нашим депутатам, это Бирюкову Денису Сергеевичу и Беззубенко Таисе Николаевне, и всем местным жителям, которые присутствовали и помогали оборудовать эту площадку. У детей появились качели, балансиры и детский домик. Также на территории площадки посадили дерево. Игровое оборудование было установлено на благо наших детей, чтобы они играли. Им было место отдыха для развлечений. Детки очень рады. Уже сели в домики, уже у них пикник проводится, разгулись. Это показывает о том, что правильно делаем работу, проводим. Самое главное, наше будущее – это в детях наших. Все для них делаем. Установка детских площадок на территории Северского сельского поселения продолжается.